Привет всем, меня зовут Тагир Гаджиев, я игрок ВВА Подмосковья. И сегодня для вас я хотел бы провести небольшую тренировку. Сначала делаем 10 выпадов на каждую ногу. Один. Затем делаем 10 землемерок. То есть мы становимся и от земли как можно дальше назад. Снова вперед, назад. Назад. Затем делаем 10 раз на пресс. Десять раз отжимания. Таких 4 повторения через минуту отдыха. Снова 10 выпадов на каждую ногу. Снова делаем 10 землемерок. Можно не отрываясь от земли. Теперь 10 раз на пресс. Теперь 10 раз отжимания.
Минута отдыха. Снова делаем 10 выпадов на каждую ногу. Снова 10 землемерок. Десять раз пресс. Десять раз отжимания. Снова минута отдыха. Снова делаем 10 выпадов на каждую ногу. Переходим на землемерку. Руки как можно дальше, чтобы находились. При этом напрягается корпус.
Делаем 10 раз пресс. Ну все, 4 подхода сделал. Если вам кажется, что становится слишком легко, что вы недостаточно сильно устаете, можете делать лесенку. То есть 10 повторений, затем 9, 8, 7. И так сколько сможете. Если это покажется легким, то делать отдых меньше. Всем всего хорошего. Проводите время дома с пользой. И терпения вам.